В нашем регионе появилась площадка для детей, болеющих диабетом. О проекте, благотворительности и проблеме детского диабета поговорим сегодня с куратором проекта Людмилой Бауэр. Интересно. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала расставим все точки. Что же такое диабет? Диабет – это когда уровень сахара в крови достаточно высок. Бывают два типа – это первый и второй тип. Я же сейчас являюсь куратором проекта «Школа сладкой жизни» по поддержке детей с диабетом, и у нас именно дети с диабетом первого типа. Что такое диабет первого типа? Это аутоиммунный процесс, когда по каким-то обстоятельствам поджелудочная железа перестала вырабатывать инсулин. И здесь нужно обязательно делать инъекции инсулина. При втором типе диабета там идет немножко другой процесс. Инсулин как раз есть, но он не попадает в клеточку. И здесь необходимо помочь инсулину прохождению в клетку. Вот диабетом второго типа в Калужском регионе болеет более 33 тысяч человек. Это как раз именно категория взрослых 35+. Хотя диабетом второго типа сейчас болеют уже и дети, потому что многие ведут малоподвижный образ жизни, неправильное питание, ожирение, которое приводит к нарушению метаболизма. У нас есть несколько деток в нашем проекте, у которых есть именно диабет второго типа. Они не инсулины колят, они пьют препараты. Вот. Диабетом первого типа болеют люди от 0 до 40 лет, и сейчас в нашем регионе их около 2000 человек. Лечится ли диабет или же это история на всю жизнь? Если мы говорим с вами о диабете первого типа, то причина диабета первого типа до сих пор неизвестна, почему организм так решил, что поджелудочное для него опасно. Вот, и он неизлечим, к сожалению. Да, но... 100 лет назад, кстати, в этом году ровно 100 лет, как появился инсулин. Угу. И благодаря именно этому препарату люди с диабетом первого типа могут жить. Вот. Сейчас идет вся тенденция к появлению электронной поджелудочной железы. Это связь мониторинга и помпы. Угу. То есть с помощью регулировки электронный человек сам регулирует, сколько инсулина ему нужно, когда ему не нужен инсулин, и таким образом человек живет полноценной жизнью, как и человек без диабета. Вообще, насколько все серьезно в нашем регионе, что касается детей? Детей у нас порядка 250 в Калужском регионе больных диабетом первого типа. Чем опасен диабет? Представьте себе, вы берете стакан воды и насыпаете туда много-много сахара. И вот чем больше сахара в этом стакане, тем гуще идет кровь. Тем гуще становится вода и тяжелее проходит по нашим с вами сосудам. Сахар царапает сосуды, оставляет там свои следы. Плюс повреждаются сосуды, все мелкие сосуды. Это пальцы, почки, глаза. Везде, где есть кровь, везде идет повреждение. Первое, что начинается, какие первые нарушения, это сначала летит зрение. То есть если мы с вами запустим с вами диабет, нас ждут серьезные осложнения. Это такие, как отслоение сетчатки. Это гемодиализ, отказ работы почек. Это гангрены, ампутация нижних конечностей. Чаще всего диабет первого типа, он очень быстро прогрессирует. То есть человек вдруг ни с того ни с сего начинает себя плохо чувствовать, начинает резко худеть, много пить, постоянно желание пойти в туалет, дикая слабость, дрожь, раздражительность. В конечном итоге большинство у нас, кто узнает о диабете первого типа, узнают об этом уже будучи в реанимации. Угу. Сахарами выше 30. Сейчас в каждом доме есть уже глюкометры. Это такой прибор, с помощью которого можно мерить сахар в крови. Угу. Вот он сам глюкометр, тест полоски и прокалыватель. То есть этот прибор доступен каждому сегодня? Да, этот прибор доступен каждому, даже где-то можно это получить бесплатно, где-то купить. Стоимость таких глюкометров в среднем 1500 рублей. Угу. Самое дорогое – это полоски. Вот. Сейчас вышел новый стандарт по помощи людям с диабетом первого типа. Пока на данный момент он не работает в полную силу, но там как раз выписываются данные полоски бесплатно. Людмила, давайте перейдем к вашему проекту. Расскажите, пожалуйста, о площадке, вообще, что она собой представляет. Мы выиграли в фонде президентских грантов конкурс.
И вот с августа месяца он у нас реализуется. Мы каждый месяц встречались с детьми, куда-то ходили. Также нас посещал эндокринолог, психолог. Вот. То есть врачи на базе площадки. Да, у нас есть Каледина Людмила Михайловна, это детский эндокринолог. Она к нам постоянно приходила и консультировала родителей и детей. Сейчас у нас проходит площадка для детей с диабетом. Для чего она нужна? Это для социализации детей с диабетом. Я так понимаю, это своего рода лагерь такой детский. Да. Детский лагерь, да, мы уже поднимали тему, что дети могут посещать и сады, и лагеря, и школы, но, к сожалению, не везде есть условия для нахождения ребенка с диабетом. Там нет квалифицированной медицинской помощи, поэтому как там будет находиться ребенок, неизвестно. Мама будет дежурить только возле забора и ночевать, ставить палатку, если только так, и под ответственность мам. Угу. Поэтому мало кто на это решится. Какая программа, чем они там занимаются? У нас площадка получается дневного пребывания. Мы каждый день посещаем разные культурно-общественные места. Мы уже были в драмтеатре, были в центре занятости, у нас были уже квесты, как раз мы проводили в стиле пионерского лагеря. Дети впервые стали в Орляцкий круг, вообще не понимая, что это такое, пели песни под гитару. Мы сейчас ставим совместный танец с танцевальным коллективом «Вместе с солнцем», это дети с синдромом Дауна. Мы ставим с ними совместный танец, показать, что все дети имеют право танцевать. Будем разбирать тему травли. Еще в рамках гранта мы должны снять социальный ролик о проблеме диабета. Мы с ребятами разобрали, они сказали, что есть три основные проблемы, которых больше всего беспокоят. Первая проблема – это гиперопека. Ну, понятно, родители беспокоятся, ребенок болен. Конечно. Но уже ребенку 12-14 лет, он без взрослого не выходит из дома. А ведь когда-то ему придется это сделать. В свои 12-14 лет ребенок самостоятельно не умеет рассчитать хлебные единицы. Это белки, жиры, углеводы в продукте. А ведь ему это нужно знать, потому что от этого зависит, сколько инсулина ему ввести. Вторая проблема – это мифы о диабете. И он частично связан с третьей проблемой – это стесняются дети сообщить о диабете. Но когда ребенок сообщает, что у него диабет, начинается такая опять стереотип. Ага, ребенок наелся много сладкого, бедный ребенок. Ему пытаешься объяснить, что это не так, но человек думает, нет, бедный ребенок ел много сладкого. Или наоборот, так, отойдите, пожалуйста, от меня, диабет заразен, я не хочу заразиться. Даже 21 так. век. Да, бывает еще такое, ты что, будешь здесь колоться, ты наркоман? Детей до сих пор называют наркоманами. И поэтому дети стараются не говорить о своем диабете, дабы не потерять дружбу. Эти стереотипы мы тоже хотим менять с помощью нашего проекта. Людмила, я так понимаю, что вы с собой принесли своеобразный набор куратора, который всегда с вами присутствует во время проведения мероприятий на площадке. Вот расскажите немножечко. Ну, на самом деле, это практически все присутствует у детей. Это дневник самоконтроля. Здесь ребенок записывает, что он ест, сколько он делает инъекций инсулина, есть ли физическая нагрузка и какой уровень сахара в крови. Эти дневники ведут у нас дети. Мы их учимся контролировать свой диабет самостоятельно, а не чтобы это делала мама. Угу. Также у детей есть вот такие браслеты. Здесь написано «У меня диабет». По-английски и по-русски. Угу. Вот. Мы просим детей носить такие браслеты. И вообще у людей, у которых сахарный диабет есть, мы всех просим носить такие браслеты. Потому что может быть такое, что вам стало плохо, вы находитесь в полубессознательном состоянии. Люди, которые вокруг вас, они не знают, что с вами случилось. И должен быть какой-то обознавательный знак, что у вас все-таки есть диабет. Потому что, ну, у вас в сумке, может быть, лежит эта косметичка, где есть глюкометр, но многие люди этого не знают. А если они прочтут «у меня диабет», то в скорой помощи они сообщат, что человеку плохо и у него диабет. И уже скорая будет понимать, что нужно с собой взять и какую помощь оказать человеку. Здесь вот такие таблетки. Угу. Это глюкоза. Считается, что у человека диабет, значит, сладкое ему что? Запрещено. Угу. На самом деле, тоже определенный стереотип. При первом типе диабета можно есть все. Нужно просто рассчитать инъекцию инсулина. Угу. Но бывает так, что инсулина оказалось больше, чем нужно. Тогда есть глюкоза. Она есть в таблетках, она есть жидкая. Есть еще конфеты, сахар и соки. И человек это ест, когда сахар ниже нормы.
когда он или падает вниз. А это наш хэштег DiaFamily40. Мы есть в Инстаграме, нас уже почти 3000 подписчиков. И есть в Калуге, ВКонтакте мы DiaKaluga называемся. Есть ли какие-то подобные площадки вообще в России? Насколько я понимаю, вы пока что, можно сказать, единственные, кто вообще озадачился такой проблемой. Да, смотрите, если мы говорили с вами о лагере, то есть сейчас платные лагеря в основном, это в Краснодарском крае, и вот Fox Camp, они на Урал, в Эльбрус, даже в Турцию ездят ребята, да? Вот, бесплатных лагерей пока нет, он был только в рамках президентского гранта. Насколько дорого вообще поехать в такой лагерь? В лагерь поездка стоит где-то в среднем 10-14 дней, 60 тысяч, это без перелета. Угу, вот. Ничего себе. Да, мы первопроходцы в этом плане, мы сделали площадку. Я считаю, что есть плюсы площадки, даже если есть лагерь, то все равно я рекомендовала бы посещать площадку детям и делать во всех регионах площадки. Для новичков. У нас сейчас очень много ребят, которые только-только заболели. И они как раз общаются со своими сверстниками, они быстрее учатся делать уколы, замеры, и они быстрее принимают диабет. Потому что первое время, конечно, это шок, это поиск разных средств, чтобы вылечить диабет первого типа. И потому что ты видишь в интернете много негативной информации, а тут ты видишь ребят, которые играют, смеются, занимаются спортом, танцами. Проблема принятия диабета существует не только у детей, но и у родителей. Да. Вот расскажите, как вы над этим работаете? Я знаю, что вы психолог. Как вы прорабатываете вот эту проблему с родителями? Знаете, когда мы писали проект, мы изначально думали, что мы будем работать в основном с детьми. И у нас целевая аудитория были дети. А как только начался проект, мы столкнулись с тем, что мы оказались неправы. Нужно активно работать с родителями. У нас есть чат, родительский чат. Они могут позвонить в любое время. Могут высказать все, что они хотят. Новичков мы сразу же, как только выявляется у кого-то диабет, сразу же дают наши номера телефонов. Мама еще не понимает, что вообще произошло. Мы уже начинаем с ними общаться и вести их. Сейчас мы уже запустили еще один проект, называется «Равный равному». Допустим, вот сейчас ребенок 8 лет, мальчик. Он заболел только диабетом первого типа. У нас есть семья, где есть мальчик такого же возраста, но уже давно болеет диабетом. И родители уже к этому привыкли, уже приспособились и уже живут нормальной жизнью. И мы этих взрослых родителей, наставников, даем этим новичкам. То есть они обмениваются опытом? Они обмениваются опытом, да. Что получает ребенок по прохождению школы сладкой жизни? Ну, ребенок должен получить, было самое главное, понимание, что диабет – это его диабет, а не его родителей. Что контроль за диабетом несет полностью он сам. Мы должны были его научить всем премудростям диабета, почему сахар высокий, почему низкий, сколько уколоть, как рассчитать продукты. Вот, то есть этому должен был научиться ребенок. И самое главное, чего мы хотели, чтобы ребенок завел друзей среди таких же ребят, как и он с диабетом. Что можем сделать мы и как нужно усовершенствовать среду вокруг ребенка с диабетом, чтобы он чувствовал себя комфортно? Когда в вашей семье появился человек с диабетом первого типа, да, инсулинозависимый, вы не должны опустить руки и сказать, что все, жизнь кончилась. Да, как раньше, еще 15 лет назад, врачи подходили и говорили, готовьтесь, в ближайшие 10-15 лет вы получите осложнение, и, скажем так, вы умрете. То есть это вот планы на ваше ближайшее будущее. Сейчас такого нет. Сильвестр Сталлоне заболел в подростковом возрасте сахарным диабетом первого типа. И сказать, что он инвалид, сидящий на шее у родителей, наверное, никто не сможет. Сейчас уже 80 лет, есть люди, которые 80 лет живут с диабетом первого типа в Европе. У нас есть люди, которые 50 лет с диабетом первого типа живут в России, уже им тоже вручаются медали. Поэтому самое главное понять, что диабет есть, его принять и подстроить свою жизнь так, чтобы вам было комфортно. Ни в коем случае не лишать ребенка, если он раньше занимался спортом, пусть он дальше занимается спортом. Диабет не должен стоять на первом месте. Ваша жизнь должна стоять на первом месте. А диабет подстроится под вашу жизнь. И если действительно в вашем обществе оказался человек с диабетом первого типа, либо нейтрально к нему относитесь, либо
примите его в дружбу, потому что перед вами стоит герой, который ведет ежедневную борьбу с этой болезнью и такой же, как и вы. Людмила, спасибо вам большое, что пришли к нам в студию за беседу. И надеюсь, что ваш проект будет жить. Спасибо вам огромное за приглашение.